мы не первый раз, в общем, в Киеве, и нам очень нравится этот город, нам очень нравится теплая атмосфера, которую, собственно, встречает каждый наш приезд. Отличные студенты, я считаю, нам очень повезло. Ну, правда, вот мы закончили 3 дня, и это было здорово. Очень тепло нас принимали в театре Леси Курбаса. Все здорово в этом плане, все хорошо. Я поддерживаю, конечно, и на самом деле не чтобы сделать вам приятное, действительно, действительно очень открытые, очень восприимчивые и доброжелательные люди нам здесь встретились. Я чувствую большую ценность того, что мы имеем возможность приезжать, делиться знаниями, потому что как гага очень необычные, очень современные, очень необходимые знания для танцующих людей, для интересующихся, для всех тех, кто хочет получать образование и хочет развивать себя, потому что она сочетает в себе все возможные инструменты, нужные сейчас для современного танцора. Так, в общем-то, и мой класс, который является по себе очень техничным, в лучших традициях школы современного танца в Лондоне, который дает очень хорошую базу и ощущение того, что такое гага. Поэтому я очень рада видеть здесь учеников, новых лиц. И очень приятно, что многие ездят за нами теперь и в Петербург. Так что я очень довольна, и хотелось бы, чтобы людей было еще больше. И чтобы вот та весть, которую мы несем, чтобы она распространялась с наилучшим результатом для всех пришедших. My expectation is that people, of course, will be open and we like the information that I about to give, and I wish everybody to enjoy from this session and another meeting that we have. Эрс говорит, что мои ожидания в том, чтобы люди были открытыми и наслаждались той информацией, которую они получают, и чтобы у всех все получилось. Он надеется, что они найдут очень много полезного и обнаружат новые свои ресурсы и возможности. Новые возможности для движения, чтобы они могли развиваться и продолжать карабкаться по своей карьере. Gaga is a language technique developed by Ohad Naharim, the artistic director of Batsheva Dance Company. He developed it in the past 10 years and a bit more than 10 years, like 12. It's a language that bring answer for like bringing tools for dancers and non-dancers people by a class that is made from a multi-layer instructions that holds in itself a lot of information and connecting to different kind of methods, but from a different way. Гага — это язык движения, созданный Ахадом Нахарином, художественным руководителем компании Батшева. Это такой набор инструментов, который дается как танцорам, так и непрофессиональным танцорам, для того, чтобы... Ну, то есть он построен на различных уровнях информации, которая выдается во время урока. Carry on. It's a language that answer, like give a place to dancers and non-dancers people. For non-dancers people, just as a way to make their physical abilities better, connecting to their imagination and healing themselves by just coming and daily process of engaging it, give them a way to connect to their physicality and to the movement and the body. And for the dancers, it's just give different tools of creation, because it's based as a tools that Ohad took as advantage to bring more tools to the people he works with in the studio, to develop their tools and to develop his tools to his works.
Гага создана из различных слияний методов, и для непрофессиональных танцоров она позволяет им ощущать свою физикальность лучше, развивать свои тела, понимать свои тела с лучшей стороны. Для профессиональных танцоров она дает возможность инструментов креативности, потому что это была одна из причин, по которой Ахат привнес это в свою компанию, чтобы дать своим танцорам множественные возможности для креативности. About Gaga, yeah, and I think it's enough. Authority, and about yeah. authority is that the intellectual property of this is belong only to Adna Arun and the people that allowed and permit to give this knowledge somewhere else. Like to pass this knowledge is just dancer of Bacheva or qualified teachers, which really was learning it by a long process and getting certificates for this. Гага – это интеллектуальная собственность, которая принадлежит исключительно только Ахаду Нахарину, и преподавать ее имеют право только танцовщики Батшевы или сертифицированные преподаватели, которые прошли нужное количество лет обучения в Батшеве. Я желаю всем танцовщикам, танцующим, желающим танцевать, никогда не забывать, не терять своего позывного импульса, ради которого они заходят в зал, никогда не критиковать свое тело, не терять равновесие душевного и продолжать расти ради того, чтобы осуществлять свою мечту, если такая есть, никогда ничего не бояться и уметь задавать вопросы, когда они уместны. Мне кажется, это очень сильно не хватает студентам танцевальным Украины и России. Yes. So I'm Erez Zohar, coming all the way from Israel. I ex Bacheva dancer company, today independent artist, teacher and choreographer. And I'm here in Ukraine to give some of my information and my life experience of dance to the magnificent people and dancers of Ukraine. And I wish you all that you find it very interesting and you keep on dancing forever. Я перевожу. Я Эрес Зоар, приехавший из Израиля, бывший танцовщик Батшева Dance Company, в данный момент независимый хореограф и преподаватель, и художник. Я желаю всем танцовщикам наслаждаться и так, чтобы они могли танцевать всю жизнь. Получить удовольствие от танца и ощутить страсть к движению. Специально для U-Dance Лилия Бурдинская и Эрес Зоар.